Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами боксом, называется Coinbase. Мне бокс понравился, он очень легкий. Этот бокс по сбору криптомонет. Значит, здесь очень много криптовалюты, и вывод и на Faucet Pay 1 цента, даже есть на Pair кошелек от 5 центов, далее на прямой кошелек Express Crypto, Binance, в общем, здесь очень много всего. Участников более 65 тысяч, и уже такая сумма заработана, выведена. И здесь экран, и короткие ссылки, и легкий заработок на просмотре сайтов. И он, знаете, без всяких там заморочек. Вот решила я поделиться с вами этим боксом. И хочу сделать вывод в режиме онлайн. Почему? Потому что вот здесь вопросы-ответы написано. Payment. Вот здесь переведете на русский и прочтете. Вот общий заработок, депозиты, реклама, платежи. Как я могу снять? Так, это все прочтете. Здесь вывод инстантом на криптовалютные кошельки, на Faucet Pay. Вот сколько времени нужно, чтобы деньги поступили в кошелек. Платежи Faucet Pay, Express Crypto, Payer обрабатываются автоматически и мгновенно. А платежи на Coin, вот какой-то кошелек, не знаю, у меня такого нет, обрабатываются каждые 4-6 часов. Вот как-то так. Значит, регистрация, друзья, здесь наипростейшая. Вводите email, username, логин, то есть пароль, повтор пароля, ставите галочку, разгадываете капчу, нажимаете зарегистрироваться. Далее на почту должно прийти письмо. Проверьте на всякий случай папку спам. Нужно подтвердить адрес электронной почты, вход по email и паролю. Рекламка дается нам один раз в день. Как я сказала, на криптокошельке минимальный вывод 1 цент. У меня на балансе 2 цента. Вот, это наша домашняя страничка. Вот. Вот. Значит, аккаунт. Профиль, история, рефералы. У меня в истории нет ничего. Находится наша партнерская ссылочка. Будут отображаться наши партнеры. Депозит нам не надо. Вывод, как я вам покажу. Я вам покажу, как выводить. Далее. Так. Что у нас? Есть бонус. И можно получить бонус, как бы здесь дается. Клейм. Ну, здесь короткие ссылки. Я не буду их проходить, чтобы не затягивать видео. Кто захочет, пройдет короткую ссылку и вам начислят бонус. Далее кран. Вот такая немножечко здесь есть, как бы рекламка. Но он без заморочек, друзья. Без всяких, знаете, бывают и короткие ссылки. Ну и все такое. Так это не люблю. И подводная реклама 1 000 000 штук. Я вот это как-то не очень. Вот так. Разгадываем капчу. Это кран. Мы можем претендовать 20 клеймов, 20 заявок. Каждые 10 минут. Ну, в день 20 клеймов. Так, 2, 1, 10. 2, 1. И где у нас 10? Вот 10. И кликаем. Это кран. Так на кране. Все легко и просто. Вот такую сумму мне засчитали. Окей.
Мы зарабатываем здесь в USD, а выводить как бы в криптовалюте, ну, по желанию на Pair. Так, далее что? Сюда я не лезу, я только просматриваю. Игры есть, и, ну, короткие ссылки. Я вот только на экране и просмотр сайтов. И здесь вот у меня когда 7 рекламок, когда 9. Ну, раз в день у меня. И без всяких там... Вот ждем. Загружается рекламка. Я вот сегодня сейчас просмотрю эту рекламку и все, и до следующего дня. Больше как бы и не надо. Ну и на кране отстреляюсь. Вот загружается у меня рекламка. Ну что-то она у меня. Ну, как всегда, видео. Здесь есть еще Solvi Media. Можно поменять как бы эту рекламку, если не нравится. И по пыльненькому пройти. Нажимаем на вкладочку. Ну, перебрасывает нас, как всегда, на рекламируемый сайт. И все. Таким вот образом, все, мне зачет. Я поставлю на паузу. Хочу, прежде чем вывести вот эту вот, тут ее немного, просмотреть всю рекламку и после показать вам вы. Я просмотрела всю рекламку. Значит, что здесь еще есть? Ну, вопросы, ответы, подтверждение платежей. Это все здесь показано. Давайте теперь, друзья, я вам покажу вывод. Вернемся, посмотрим, сколько у меня монеток-то. Ну, вот такая вот у меня сумма. Тут вывод немножко такой завуалированный. И кто не знает, может подумать, а, букс не платит. Ну, и все такое. Кликаем вывод. Вот. Перезагрузить. Вывод. И смотрите, вот здесь платежи есть. Faucet Pay минимум 1 цент. На Pair от 5 центов. На Binance и вот такие вот здесь кошельки из Prescripto. Вот этот кошелек и на уже как бы криптокошелек такой основной. Значит, первый шаг вот у нас здесь. Далее кликаем на второй. Видим, да, шкала загружается. И вот сюда теперь на третий кликаем. И все. Нет, я не так, друзья. Видите, я кликаю на Faucet Pay. Я вот буду выводить. Так. Вот теперь дальше. Показывается криптовалюта. Как, в какой криптомонете я буду выводить? Вот выбирайте любую криптомонету. Я буду в лайткоинах выводить. Кликаю лайткоин. Так. Кликаю далее. Нет. Вот видите, путаюсь тоже. Лайткоин. И вот сюда. Сейчас я закрою рекламку. И вот сюда. Значит, смотрите, вот у меня вот такое количество монет. Они сразу отображаются здесь. И далее отображается, сколько это будет в выбранной криптовалюте. У меня лайткоин в моем случае. И это составляет 8633 монеты. Лайткоин. Сюда мы вставляем адрес лайткоин. Так, я иду на Faucet Pay. Так, не туда я нажала. Сейчас я переведу на русский. Тоже вот видите. Так, где отзывать. Так. Связанные адреса. Где мой лайткоин? Поставить на оригинал. И лайткоин. Вот он мой. Лайткоин. Кликаю. Можно взять депозитный адрес. Тут без разницы. Как депозитный адрес я показывала. Кликаю сюда и
чтобы не было пробела. И нажимаю на зеленую вкладочку «Вывод». Страничка «Все, что мне написали». Давайте прочтем. Вот такая сумма. На ваш счет поступила вот такая вот сумма. Ставлю оригинал. Окей. Возвращаюсь на домашнюю страничку. У меня баланс по нулям. Давайте теперь перейдем на домашнюю страничку и посмотрим. Как видим, платит инстантом, как и написано в вопросах-ответах. CoinPace вот такой. 8000 мне поступило. Наверное, комиссию сняли. 573 лайткоина 21 апреля. Мне вот этот бокс очень пришелся по душе. И я, естественно, я делюсь с вами. Кому интересно, работайте. Ну, не интересно, пройдите мимо. Вот такой вот кран. Ну, естественно, не кран, а букс. Скажем так, это я уже на сегодня отсмотрела. Теперь завтра. Ну и мне останется еще 19 клеймов сделать на кране. Ну и до завтра. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.